Доброе утро! Сегодня на мастер-классе я вам покажу, как сделать вот, с минимальными расходами вот такую вот конфетку, которая пригодится нам на обруч под костюм конфетки, которую можно задекорировать, как гирлянду сделать с конфеток. Для такой конфетки нам пригодится. Берем тут кусочек нашей гофробумаги, которую мы обрезали по диаметру туба. Двухсторонний скотч. В экономии вы можете его разрезать пополам, если он у вас широкий, как делаю это я. По диаметру посерединке наносим наш двухсторонний скотч, приклеиваем. Вокруг приклеиваем гофробумагу. Наклеиваем посерединке опять. Мы подворачиваем, чтобы у нас аккуратно и красиво получалось. И приклеиваем сверху. Потом берем каждую и складочками вот так вот, чтобы красиво получилось, можно заложить. Просто вот так вот по линии двухстороннего скотча закладываем складочки. Вот такая вот у нас гармошечка получается. Подворачиваем. Приклеиваем. Вот такая у нас спрятанная гармошечка должна у нас получиться на нашем тубе. Берем золотую тоненькую ленточку, либо в цвет можно бумаги. Берем с одной стороны. Чуть-чуть вот так прокручиваем и завязываем. Берем ленту 2,5 сантиметра, отмеряем по диаметру, сколько нам надо, в данном случае я буду использовать глиттер в золотом цвете, это уже идет как клей с блестками. Для того, чтобы наша конфетка более оказалась законченной и давала какой-то блеск, мы просто в разных местах наносим вот такие вот капельки. Вот такая конфетка у нас получается из бумаги. Экономно и красиво. Всего хорошего, до следующих встреч!